В начале февраля не стало известного рэпера Дятла. Кирилл Толмацкий ушел из жизни в 35 лет, оставив жену и сына. Свои соболезнования о семье музыканта выразили многие звезды шоу-бизнеса. Слово скорби в микроблоге написал и Тимати: «Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром». Владелец Black Star начинал карьеру с подтанцовки в клипах Дятла, но с годами их жизненные и творческие пути разошлись. Поговаривали, Тимати обвиняли в пиаре на имени более известного друга. Несмотря на давний скандал, после смерти коллеги Тимур забыл старые обиды и недавно позвонил Александру Толмацкому. В новом выпуске шоу «Песни на ТНТ» вместе с участником своей команды рэпер представит трибьют-номер. Постановку посвятили памяти Дятла. А за согласием Тимати обратился к его отцу: «Когда мне пришла в голову мысль все это совместить, не было варианта Би. Я позвонил отцу, с которым мы очень долго не общались по ряду разных причин. У нас все эти годы были достаточно сложные отношения. Я позвонил и сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение и могу ли использовать право». Он сказал: «Да, конечно», — поделился Тимати. Тимати начинал карьеру в подтанцовке у Дятла. Фото. Лиджин Медиа. Александр Толмацкий согласился на предложение рэпера с большой радостью. Он сказал мне: «Чем больше людей услышат и чем больше будут распространять эту историю, тем дольше будет жить память о моем сыне. Я считаю, что это более чем достойно, и ты не сделаешь плохо», — вспоминает лидер Black Star. Тимати подошел к записи новой композиции с особым трепетом и ответственностью. «Очевидно, зрителей будет ждать масштабный номер. Мы взяли живую гитару, взяли живой хор. Очень много времени и сил потратили для того, чтобы действительно это произведение прозвучало круто», — рассказал звезда. Он также отметил большой вклад Дятла в историю рэпа России. «Парень прожил жизнь и оставил глубокий след в молодежи, вообще в российской хип-хоп-культуре. Если про кого-то говорить легенда, то он и есть легенда русского хип-хопа. Он есть родоначальник тот, с кого началась вся эта длинная история». По материалам Супер Класс Пост 627 011 подписчиков.